Законодательное собрание Нижегородской области сегодня одобрило увеличение расходов регионального бюджета 2018 года почти на 3,5 миллиарда рублей. Львиная доля средств, более 1 миллиарда, пойдет на подготовку к чемпионату мира по футболу. Как отметила министр финансов области Ольга Сулима, траты очень серьезные, но главное, непонятно, что потом делать со стадионом. В правительстве России пока не решен вопрос, будет ли передан спортивный объект в областную собственность или его содержание будет финансироваться из федеральной казны. Стадион еще не построен, потому что стадион находится в федеральной собственности, и аналогов сравнить его Министерству финансов Нижегородской области не с чем. Нет понимания и у Российской Федерации пока, что она будет делать с этими 11 построенными стадионами. То ли она их будет содержать сама, то ли она будет принимать решение о пятилетнем субсидировании на паях с субъектами. Поэтому и ответить сейчас практически на него невозможно. Есть поручение президента рассмотреть этот вопрос. Вот этот вопрос в правительстве Российской Федерации рассматривается.